никакое боевое искусство вам не понадобится, пока вы настроены на зло. Двигаемся, двигаемся, двигаемся. Снова уклончики, нырочки, двигаемся все время. Раз! Кікбоксинг – вид спорту, який поєднує в собі техніку боксу та східних єдиноборств. Дослівний переклад з англійської – кік – удар ногою, боксинг – бокс. Зародився в 60-х роках минулого століття, поділявся на американський кікбоксинг, який поєднав елементи карате і тхеквондо, та японський кікбоксинг. Це силовий формат К1 на основі тайського боксу і сольні композиції, так звані музичні форми. На цей час Всесвітня асоціація кікбоксерських організацій ВАКО об'єднує 95 країн Європи, Азії, Америки, Африки та Австралії. З першого дня народження кікбоксингу асоціація прикладала значні зусилля для визнання цього виду спорту олімпійським. І нарешті це сталося. Дорогі друзі, я хочу поздравити все сообщество кікбоксингу з тим, що в июлі цього року произошло історичне событие, я вважаю. МОК объявил официально, что кикбоксинг ВАКО, именно кикбоксинг ВАКО, никакая другая федерация, вошла в семью, олимпийскую семью. Мы имеем право теперь участвовать на будущей Олимпиаде. Это большое событие для всего кикбоксинга, не только Украины, но и кикбоксинга мира. Кикбоксинг – это один из популярнейших видов спорта на сегодняшний день. Он яркий, динамичный, очень красивый. Благодаря этому событию, которое произошло, кикбоксинг станет еще более популярным. В него будут заходить все больше и больше как спортсменов, так и просто желателей заняться физическим своим воспитанием. Что такое кикбоксинг? Кикбоксинг – это эклектика очень многих видов спорта, таких как европейский бокс, тайский бокс, тхэквондо, карате. Кикбоксинг имеет 7 разделов, что позволяет многим принимать участие и худым, и толстым, и слабым, и сильным. Потому что есть такие разделы, которые предполагают небольшую силу, но высокую скорость, большую технику. Кикбоксинг – это симбиоз разных видов спорта. Поэтому, если мы говорим о разделе, допустим, лоу-кик или фулл-контакт, или еще более жесткий раздел – это К1, там, значит, очень много силовых ударов, то есть это, ну, это такой, скажем так, реальный бой, очень много нокаутов, вот. Такие есть более легкие разделы, там, где сила удара ограничена, поэтому там себя находят ребята, которые там физически чуть могут быть слабее, там, или девчонки. Чим же кікбоксинг відрізняється від інших бойових мистецтв? На думку фахівців, цей силовий контактний вид спорту є одним з найбільш інтенсивних та ефективних єдиноборств і сприяє не лише нарощуванню м'язів, а й розвитку координації, реакції, витривалості, гнучкості, моторики. З 12 років в секцію карате к такому відомому, уважаємому тренеру Володимиру Андрійовичу Поляков мене привів мій старший брат. Вот. Впоследствии я стал чемпионом области, чемпионом Украины, чемпионом Европы по карате. Вот. Потом я начал заниматься смешанными единоборствами, рукопашным боем. Постепенно пришел как бы к кикбоксингу. Навіщо потрібен кікбоксинг дітям? Тренери та вихователі завжди ставлять перед собою завдання удосконалити не лише спортивну складову, а й розвинути у своїх підопічних багато інших якостей. У мене багато спрашують, для чого нужен кікбоксинг дітям? Кікбоксинг дітям нужен для того, щоб повисити їх моральну, фізичну і духовну, щоб він став більш дисциплінованим. Потому что в наше время компьютеры, технологии забирают у детей возможность больше находиться в кругу своих сверстников, заниматься физическими упражнениями. Дети стали в последнее время, можно так сказать, не социальны, потому что технологии заменили им общение. А кикбоксинг позволит детям, вашим маленьким детям, научиться защищать себя, быть координированными, воспитать такие моменты, как сила воли, воспитать в себе характер, мужской, прежде всего, характер, который позволит в дальнейшем и не только защитить себя, но и защитить своих близких. Дети сейчас выбирают, конечно, больше гаджеты.
Но это не вина детей и не вина родителей, это технологии, научно-техническая революция, она идет вперед. Но вот наша задача родителей, тренеров, воспитателей, которые занимаются непосредственно воспитанием детей и приобщают их к физическому, культурному развитию, конечно, приобщать к этим видам спорта, потому что они делают нацию более сильной, более здоровой, более продуктивной. Конечно, у каждого тренера есть амбиции, чтобы его ученик стал чемпионом. И желательно не только чемпионом Украины, но и чемпионом Европы, мира. Это очень престижно, это очень хотелось бы, и это априори, к чему стремится каждый тренер. Но мне почему-то вспомнились слова греческого философа Сократа. «У каждого человека есть солнце, только надо его рассмотреть». Мне хотелось всегда и хочется в своих учениках увидеть не только выдающегося спортсмена, а прежде всего я хотел бы, чтобы они были выдающимися личностями. Потому что не всегда грубая сила должна стоять во главе. Человек должен быть интеллектуально развит, он должен быть талантлив во всем. Он должен быть наподобие японского самурая, который умел вырезать что-то из дерева, рисовать акварелью, прекрасно владеть мечом, уметь защитить себя и сочинять между этим хоку. Поэтому моя задача прежде всего воспитать личность. А станет он чемпионом? Огромное ему за это спасибо. Главное, чтобы он был чемпионом в жизни, человеком. Інколи можна почути, що кікбоксинг – травматичний вид спорту. Тренери з досвідом вважають це перебільшенням, адже силові тренування та змагання відбуваються в захисному спорядженні. А про травми, говорять, спитайте у футболістів чи гімнастів. Травми бувають, ну, чесно говоря, чаще це все преувеличення. Це буває, люди надумують. Зараз дуже хороша можливість ці травми предостеречь, тому що є великий вибір перчаток, різні екіпіровки захисні. Вот. Тому травми, так, да, звісно, вони можуть бути. Вот. Но, скажем так, моя тренерская деятельность, она уже около 15 лет, серьезных травм не было. Да, там этот, были какие-то, я не знаю, там, ну, разбитые носы, там, это все, но серьезного ничего не было. Можно и на улице идти, подскользнуться, упасть и получить ту же самую травму. Но приятнее ее получить в спортзале, когда ты понимаешь, что если по тебе попали, нужно сделать так, чтобы в следующий раз по тебе не попали. У студії персонального тренування «Майстер Жим» вже декілька років працюють зали для кікбоксингу, бодібілдингу, фітнес-студія. Керує і тренує тут президент Федерації бодібілдингу Сумської області, заслужений тренер України Сергій Таншин, який приймає безпосередню участь у підготовці юних кікбоксерів, займаючись їх фізичною підготовкою. Він понад 35 років у спорті та має в своєму активі значні успіхи не тільки на теренах України, а й на міжнародній арені. Я рад, что в нашем клубе тренируется много деток. Это и США Колос, а также и приходят детки с клуба Балу. И наши детки доморощенные, которые уже тренируются не один год. Детками у нас занимается Кривопишин Виталик. Очень приятно, что у нас такой хороший слаженный коллектив. Уже есть первые результаты, есть уже первые чемпионы Украины по кикбоксингу. Это тоже немаловажно. Ну и вообще, как бы, у нас такая уже сложилась работа, что с нашего клуба очень много вышло чемпионов. Мы занимаемся физподготовкой и готовим на соревнованиях. И у нас уже есть и чемпионы мира, и Европы, и девочки, и ребята, которые завоевали профкарты. Не только ну, именно по бодибилдингу, да, я конкретно этим направлением занимаюсь. А то, что детки тренируются, это очень важно, потому что в школах на самом деле сейчас уже физкультура практически отсутствует. Детки приходят слабые. Родители, конечно, возмущаются в этом вопросе. Но мы пытаемся, как можем, деток оздоравливать и готовить не только ребят, допустим, к армии, да, но и в жизни, чтобы они были крепкие, сильные, выносливые. Ну, это приоритет, это здоровье детей, это приоритет.
Вот. В нашем клубе много было и чемпионов тренировалось, и сборная Алжира прилетала к нам по боксу. Я с ними работал по ОФП. Это с Володей Винником совместный был проект. И я думаю, в скором будущем будет достаточно много интересных спортсменов, ярких, пока это в секрете. Но сейчас ведем переговоры для подготовки ребят и сборной Украины и так далее. Поэтому работа кипит. Мне приятно, что наш зал живет такой жизнью. Воспитываем чемпионов. Поэтому, ну, это опять-таки все благодаря нашему коллективу, слаженному коллективу. У нас достаточно именитые тренера работают. Вот, поэтому я горжусь тем, что я работаю и у меня есть возможность работать с таким коллективом. Клуб «Балу» розташований у підвальному приміщенні на вулиці Шишкарівськ. Спортивний зал працює близько 5 років і має все необхідне для проведення тренувань та змагань з кікбоксингу. Лет 5, наверное, назад здесь было подвальное помещение. Кроме бетонных стен не было ничего. Вот. Общими усилиями спонсоры, люди, которые небезразлично кикбоксинг спорт помогали. Вот. Некоторые из представителей городской власти, областной, тоже участвовали в этом. Вот. Здесь тренировки проходят бесплатные, здесь есть все условия, в том числе и душевые, раздевалки. Здесь планируется еще сделать комнату с тренажерами. Вот. Поэтому это очень хорошая база для подготовки спортсменов высокого уровня. Досвідчені тренери вважають, що силовими і більш контактними дисциплінами кікбоксингу найпродуктивніше починати займатися дітям з 12 років. А до цього рекомендують опанувати навички в загальнозміцнюючих видах спорту, таких як плавання або гімнастика. Також переконані, що максимального обмеження в віці для занять цим видом спорту не існує і запрошують усіх бажаючих до тренувань. В наших залах где-то с 12 лет мы набираем ребят. Вот, когда уже более-менее, значит, они сформировались. Вот. До этого я всегда рекомендую заниматься общими какими-то укрепляющими видами спорта, такими как там, плавание. Я, кстати, сам с гимнастики начинал с 6 лет. Очень хорошая база, это растяжка, это физическая какая-то форма, там, акробатика. И впоследствии, значит, какие-то ударные, какие-то единоборства. У нас есть такие ребята, которые, ну, скажем так, за 40, это я уже тоже отношу их к группе здоровья. Поэтому и таких мы тоже как бы ждем. Но эти группы здоровья, их лучше не совмещать с ребятами, которые работают на результат. Потому как будет некомфортно, кому-то будет физически сложнее, кому-то будет неуютно. Поэтому мы это дело разделяем. Батьки задоволені роботою тренерів і вважають, що наставники приймають безпосередню участь не тільки в спортивно-оздоровчому розвитку дітей, а й сприяють вихованню їх особистості. А дехто поділяє захоплення дітей і використовує можливість займатися спортом разом з ними. Ми недалеко живемо і подвинулися так, що попали в цей зал. Тобто він з удовольствием сюди ходить, з удовольствием тренується. Ну, він в спорті з 9 років. Сначала было дзюдо, потом перешло в бокс, сейчас кикбоксинг, и он сейчас развивается здесь очень хорошо. Начал участвовать в соревнованиях, но я доволен своим сыном. Спорт – это все же лучше, чем, скажем так, выпивать, курить или вести как бы аморальный образ жизни. Хорошие друзья, хороший тренер, хорошие наставники. Я считаю, это хороший залог успешного будущего. Иногда я нахожу время, я в 6 утра встаю, прихожу сюда в спортзал, когда нету никого. Иногда с Богданом вместе приходим, погоняет меня, так сказать, чуть-чуть. Ну, спорт, я за спорт. Я только за спорт. И в любом возрасте нужно заниматься спортом, нужно заниматься собой. Это было совместное решение, конечно же, в первую очередь это было ребенка, потому что, ну, это должно быть желанием, ну, это мое личное мнение. Ну, и кикбоксинг вообще мне нравился всегда этот вид спорта, для меня это очень красивый такой сильный вид спорта, который всегда можно постоять и на улице, и показать себя, и характер, ну, и сама когда-то занималась кикбоксингом, поэтому... А, вот.
это, наверное, где-то оттуда даже пошло. В первую очередь, это, конечно же, мог себя защитить, чтобы был более организованный, собранный, умел проявлять свой характер, силу воли. Вот, ну, как бы это такая первая задача. Но, естественно, если он выберет какую-то спортивную карьеру, будет у него получаться, и он решит идти дальше, то, конечно же, я буду только за и поддерживать его. Про тренера Виталія Кривопишина Юлія Ващенко говорить з повагою. Отношения с тренером отлично. Мне нравится, как преподает, как он организовывает тренировки, его подход. Он всегда может где-то и прикрикнуть немножко, да, но и в то же время, если он видит, что ребенок расстроился, как-то себя чувствует, да, после тренировки некомфортно, после спаррингов там или еще что-то, да, всегда подойдет, успокоит, поддержит, замотивирует. Ну, вообще супер, отлично, тренер нравится. Пока мама тренируется в зале, в тренажерном, ребенок тренируется здесь, стараемся уроки все сделать до тренировок, если что-то не успеваем, то потом догоняем, но так... Варіюємо. Сумська школа кікбоксингу має пишатися своїми історичними досягненнями і має в своєму активі значні успіхи не тільки в межах України, а також на міжнародній арені. За роки незалежності Сумщина виховала цілу низку чемпіонів України, Європи та світу. І зараз продовжує підтверджувати реноме однієї з найкращих шкіл в нашій країні. Сумщина взагалі славиться прекрасними спортсменами. Славилась. И сейчас у нас есть прекрасные спортсмены. Сумщина – одна из первых, которая дала огромную плеяду прекрасных чемпионов, таких как Вячеслав Тимофеев, Игорь Шевель, Николай Корева, Николай Кравченко. У меня пальцев на руке не хватит перечислять, сколько было выдающихся прекрасных спортсменов, чемпионов мира, чемпионов Европы, неоднократных, уже не говоря про чемпионаты Украины. Тем более сейчас у нас немножко поменялась ситуация. И в спорте, и в кикбоксинге гораздо больше возможностей. И есть плеяда, не такая многочисленная, но не менее сильная, не менее успешная. У жовтні цього року відбувся чемпіонат України з кікбоксингу ВАКО серед дитячо-юнацьких спортивних шкіл в місті Одеса, в якому взяли участь сотні учасників з усіх куточків нашої країни. Представники Сумщини вже традиційно вибороли повний комплект нагород на цьому турнірі і повернулися з бронзовими, срібними та золотими нагородами. Гідним результатом сприяє наполеглива праця на тренуваннях, сила волі, бажання до перемог. Гору здолає той, хто йде. У мене були такі воспитанники, які, казалось би, з перших тренувань я в них не бачив якогось потенціалу. Потім за счет роботи, за счет усилий, вони становились чемпіонами України і навіть більше. Богдан Ніколаєнко, майбутній агроном, прийшов в клуб «Балу» до Володимира Штейнінгера досить пізно. Але завдяки своїй працездатності у цьому році став срібним призером на чемпіонаті України з кікбоксу. З 12 років я займався вольною боротьбою, потім я перейшов на дзюдо, потім мені захотілося різноманіття, додати руки. Я пішов на бокс. Бокс мені теж надаю. Я захотів теж удосконалити себе, додати ноги. І вирішив прийти на кікбоксинг. Пройшов я на кікбоксинг 18 років, займаюся вже 2 роки. Треба пробувати свої сили, не здаватися, наполегливо працювати. І все, всі мрії здійсняться. У мене з тренером дуже гарні відносини. З тренером можна поговорити на різні теми, він завжди підтримує, завжди підскаже щось. 13-річний Назар Приходченко своїм прикладом довів, що завдяки наполегливій праці на тренуваннях і роботою над собою можливо досягнути значного успіху в спортивній кар'єрі. Спочатку Назар став бронзовим призером чемпіонату України, потім завоював срібло. А цього року в Одесі піднявся на найвищий щабель п'єдесталу і став чемпіоном України з кікбоксингу у своїй категорії. Я хочу сказати о Назарі маленьку ремарочку. Він прийшов ко мені в 12-ту школу. Один із перших моїх, взагалі, ось це ребята, які тут тренуються, зі мною вже більше 5 років. Начинал он вообще слабенький, худенький, маленький. Очень долго не занимал никаких мест. А потом потихоньку, третье. Потом второе на Украине в Броварах. А сейчас в Одессе занял первое место. Я очень горжусь им, очень рад им. Потому что он очень трудолюбивый, очень старательный.
никогда не пропускает тренировки. Даже по болезни. Даже по болезни, если где-то травмировался, если что-то, все равно придет и будет делать работу. Из таких ребят получаются настоящие чемпионы. Назару 13 лет. У него все еще впереди. Назар зізнається, до кікбоксингу його підштовхнули постійні конфлікти у школі, і він вирішив навчитися себе захищати. Зараз йому вдається поєднувати навчання і тренування. Мріє про велику спортивну кар'єру. Діло було в тому, я ходив в школу, і були старшаки, які обіжають, буває. Ну, і дядя приїхав і записав на секцію. У мене, виходить, школа утром, а тренувальні вечором. Ну, вони ніяк не влияють на учебу. Наоборот, даже помогають. Хотів би стати чемпіоном міра, Європи. Віталій Стадник потрапив до кікбоксингу після карате і вже встиг стати неодноразовим призером чемпіонатів України. Стадник Віталій теж один із перших моїх вихованців. Займається у мене вже більше 4 років. Прийшов з карате ко мені. Вот. Люблю його. Потому что тоже преданный, верный, всегда на тренировках, всегда можно доверить ему младшую группу, он всегда может провести разминку и все остальное. Тоже неоднократный призер чемпионата Украины, Кубка Украины, прекрасно учится, хороший парень. Я с самого детства занимаюсь таким спортом. Боевым искусством. Я с самого детства, с 5 лет, я хожу на карате, но потом у меня были со здоровьем проблемы, и я переходил на карате и решил попробовать кикбоксинг. В итоге мне очень сильно понравилось, и тренер мне очень понравился, потому что с самого первого дня по мне был он очень открытый и помогал мне, в чем не получается. Віталій не застосовує свої кікбоксерські навички поза спортивним залом і вважає цей спорт мистецтвом. Він переконаний, що сила не є основною складовою для досягнення результатів. Тут потрібен інтелект. Кікбоксинг – це не те, що груба сила, а там потрібно ще й мислити по-разному, щоб зрозуміти, яка би гра чоловіка. Я думаю, що кікбоксинг, бокс, любой вид єдиноборств – це груба, тупая сила. Ще раз повторяю, виграють завжди ті, які мислять стратегічно, у яких є гейм-план на бой. Которые учатся на своих ошибках, побеждают свои слабости и выходят победителями. Это искусство. Это такое же самое искусство, которое многолетнее оттачивается, как и танец. В танце мы оттачиваем движение, чтобы оно было красивое. Так же самое и в кикбоксинге. Каждый год пробивается миллион тысяч ударов, миллионы ударов, чтобы научиться и отшлифовать свою технику до идеального. Это то же самое искусство. И в кикбоксинге очень важна сосредоточенность, мысль и внимание. Без внимания, сосредоточенности здесь не получится. На голом энтузиазме никогда не увидим. Неможливо уявити сучасний кікбоксинг і без представниць найвродливішої частини населення. Тамара Брукова прийшла у кікбоксинг в юному віці і відразу підкорила тренерів своїм характером і наполегливістю. Мама вообще очень категорически против была с бабулей, но при этом папа поддержал, сказал, хочешь, значит, будет. И все, и после этого я занимаюсь уже сколько лет. Как бы не уходила, но все равно возвращалась, потому что знаю, что всегда примут обратно. После того, как все узнали, что я занимаюсь, у какого тренера, меня перестали обижать вообще. Это в школе, да, еще? Да, еще как в школу начала. Как в школе узнали все ребята, куда я хожу, какому тренеру, кто мои друзья стали, поэтому вообще никто даже и не смел меня обижать. Я надеюсь, что я все-таки стану инженером, как училась, сколько лет, поэтому пойду по профессии. Ну, а спорт все равно, я думаю, я не брошу, потому что это неотъемлемая часть моей жизни. Нещодавно міську федерацію з кікбоксингу очолив чемпіон України та світу Микола Кравченко. Прошло засідання руководства федерації, на якому був прийнят, точніше, був избран президент Сумської городської федерації кікбоксингу Кравченко Николай. Николай є чемпіоном України міра. Я вважаю, це дуже правильний вибір. Желаємо Николаю успіхів і побід на новому поприщі. Представники Федерації кікбоксингу сподіваються на більшу увагу не лише до кікбоксингу, а й до спорту в цілому з боку місцевої влади.
А головним вважають зберегти дитячо-юнацькі школи, які зараз працюють на території нашого міста. В місті Суми працюють кілька ДЮСШ, в яких відкрите відділення кікбоксингу. Кстати, пользуясь случаем, хочу обратиться к некоторым депутатам Сумского городского совета. Уберите руки от детских, юношеских спортивных школ, которые вы хотите якобы забрать в коммунальную собственность. Мы понимаем, что вы хотите сделать оптимизацию, которая поведет за собой сокращение. Сокращения приведут к закрытию секций. Соответственно, множество наших дітей окажуться на вулиці. Незважаючи ні на що, кікбоксери продовжують тренуватись, аби показати найкращий результат на наступному чемпіонаті України вже в лютому 2022 року, який пройде у Сумах. Раз! Правий хайкік! Хорошо! Двигаємося, двигаємося, двигаємося! Знову уклончики, нирочки, двигаємося все время! Раз!